нежелательные явления, как после контурной пластики, так и после триплифтинга, всем нам известны. Это гематомы, это отечность. Ничего, в общем-то, мы с этим не делаем, это все проходит. Это, ну, это не осложнение, это нежелательное явление. Назначаем НПВС, если болит что-то. Назначаем, пожалуйста, спасатель, траксивозин, траксирутин и так далее. И можно сделать компрессию круговую на лицо. То есть берем бинт, эластичный бинт, и два тура делаем вокруг лица. Лицо вот так вот у нас остается подтянутым. Мягкие ткани там прижимаются. Все время так не ходим, даем лицу отдохнуть. Но просто знаем, что это все пройдет, и, в общем, все будет хорошо.